В эти дни в Волгограде проходит научно-практическая конференция и курсы повышения квалификации тренеров по плаванию. На повестке дня перспективы подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2020 года. Лекции и практические занятия проводят ведущие специалисты Всероссийской федерации плавания и Волгоградской физической академии. Конференция проходит на базе плавательного комплекса «Искра». В работе площадки принимает участие президент Всероссийской федерации плавания, член бюро ФИНА, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. В рамках курсов также пройдет аттестация тренеров на присвоение национальной категории «Про». Этот статус дает право Всероссийской федерации плавания привлекать их к работе со сборной командой России в период проведения централизованной подготовки к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм. Комплекс «Искра» был выбран базой для проведения такого крупного и значимого мероприятия не случайно. Здесь работают множество известных высококвалифицированных тренеров, воспитавших целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых Евгений Садовый, Владимир Попов, Денис Панкратов, Владимир Морозов и Лариса Юльченко. Продлится конференция до 27 сентября.